Всем привет, с вами я Супер Джек, и сегодня я буду снимать игру под названием Bridge Constructor. Так, зайдем в игру. Вот, называется Bridge Constructor Stunt. Нажимаем играть. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 5 компаний по 9 уровней. Получается, S5 умножить на 9, это получится 45, 45 уровней. Сейчас первые три уровня пройдем. Так. Вот, нажимаем на первую стрелку. Вот, поехали. На какой-то эвакуаторной машине мы делаем трюки. Это как-то странно немного. Так. Пошли. Вот второй уровень. Поехали. Так вот. Тут можно делать разные сальто. Вот, доехали. Третий уровень. Вот. Тут нам дают только звезды, которые мы должны собирать. И за это нам будут давать небольшие бонусы. Так, притормозим. Если нажать стрелку назад, то он будет немножко притормаживать. Но здесь они так сделали, что назад ехать нельзя. Так, сейчас. Вот, сейчас вам покажу седьмой уровень. В седьмом уровне можно строить свои трамплины. Вот, я такой вот трамплин построил. Корявенький. Так, вот отсюда мы так едем, разгоняемся, едем, залетаем сюда, и отсюда уже собираем вот эти три звезды, а тут уже финиш. Так, сейчас проверим. Вот едем, разгоняемся. Так вот, полетели. Тут можно делать разные трюки. Вот я передний сальто сделал, притормозили. Так, вот, ладно, пусть звезды пропустили. Вот. Вот такая вот игра. Так. Как я вам сказал, тут 5 компаний по 9 уровней. Вот такая вот игра. Я вам всем советую эту игру скачать и поиграть. Игра интересная, хорошая. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.